Евросоюз может восстановить Греции доступ к рынку ценных бумаг. Он был закрыт с 2009 года, когда страна переживала серьезный экономический кризис. Сейчас финансовое положение в стране улучшилось, и в таких мерах больше нет необходимости, заявляют в ЕС. Подробнее расскажет наш международный обозреватель Максут Меделканов. Финансовое положение Греции улучшилось. Теперь Европейский Союз должен отменить дисциплинарные меры в отношении Афин за чрезмерный дефицит бюджета. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московисси. Сегодня Еврокомиссия предлагает закрыть для Греции процедуру избыточного дефицита. Для этой страны и для всей еврозоны это важный момент. Согласно правилам ЕС, все страны-члены блока должны удерживать дефицит бюджета в рамках 3% ВВП. В противном случае им грозят санкции и большие штрафы. В прошлом году дефицит Греции на 0,7% превышал норму. В этом году, как ожидается, он составит всего 1,2%. Сегодня мы возвращаемся к норме. Дефицит в 2017 составит всего 1,2%. Прогноз на 2018 год всего 0,6%. Остановить процедуру можно только согласие всех 28 стран блока. Если это произойдет, то давление на Афины станет еще меньше. Греция выполнила свои обязательства перед Европейским Союзом и еврозоной. Все благодаря процессу реформ. Сейчас государственные финансы пришли в порядок и находятся под контролем. Проводятся реформы, которые способствуют экономическому росту. Другими словами, Греция все больше становится надежной страной. На прошлой неделе кредиторы еврозоны выделили стране очередной транш в размере 8,5 миллиардов евро. Общий объем текущей третьей программы финансовой помощи – 86 миллиардов. Она завершается в августе 2018 года. По словам Московисси, следующим шагом для Греции станет восстановление доступа к рынку ценных бумаг. Он был закрыт для страны с 2009 года. Максут Меделканов, Хабар 24.